Второе место топа треков из чартов со смыслом занимает «Бруклин» от представителей объединения Хаджими, Мияги, Энди Панды и Тумани Йо. Парни разместились на 69-м месте чарта. В нашем недавнем видео о феномене Мияги и Энди мы говорили о том, что эти парни совмещают западную культуру и кавказский менталитет. Этот трек является апогеем этого синтеза. Чтобы полноценно воспринимать эту работу, необходимо также ознакомиться с клипом на нее. Как в тексте, так и в видеоряде вы можете заметить множество отсылок на легендарных личностей, среди которых Джея Дилла, Нейт Дог, Эрик Баду и многие другие. Сама манера исполнения также является жирнейшей отсылкой. Энди читает свой куплет в стиле Бигги, а Тумани Йо повторяет фишку Ракима с горящим микрофоном. Тут видно кроссы на проводах, и людей чернее черного. Проблемы не на собаках, как разбитый коктейль Молотова. В конечном итоге у парней получилось очень круто воссоздать атмосферу Нью-Йорка 90-х. Если вы вдруг не знакомы с истоками настоящего американского хип-хопа, настоятельно рекомендую ознакомиться с этой работой. Думаю, вы не будете спорить, что второе место парни заслужили.